Вон какие-то еще штучки. 1 евро. Ну что это? Это какие-то цветы от кактуса, нет? Это от кактуса цветочки. Я видел таких на больших кактусах такие штучки. Как только есть, непонятно. Ну, блин. Теперь не знаю, куда. Там, где овощи, фрукты, там можно было вниз выбросить. Пойдем вот там, где фрукты, вниз им кинь туда. Где они отходы кидают. Только в как... Дальше пойдем. Ну, Испания, чудок. Кросы. 10 евро, 12 евро. Шапочки для близнецов. Косметика. О, Макс, прям, ага. Подушка 3 евро. Я предлагаю вернуться за этим платком за 280 рублей. Он вообще очень клевый. На пляж прям расстилаешь его, и песок к нему не липнет, и все. Всего лишь 280 евро. Веер. Веер 2 евро. Платки 3. Вот собачки твои. 5 евро. Hello. No, 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 no. Даша, Даша, я здесь. Смотри, платки какие красивые. Блин, вообще класс. Вообще просто. Смотри, какие они бомбические. Они, наверное, стоят, дай боже, потрогай, какой материал. А что это вообще такое? Штор, наверное, какие-то есть? Алло. А что это такое-то, не поняла. Это какие-то прям плотные. Это, наверное, покрывало какие-то. К сожалению, нет. Не знаю. Ну... Сейчас что-нибудь придумаем. Ну, иди что, потрогай, блин. Как будто что-то выбираешь. И как раз вытрешь руки свои. Выбросил ты? Улетел он, ценник улетел. Ну помоем, сейчас придем в магазин и помоешь там в туалете, если там есть. Что я могу сделать? Ты же захотела сейчас, тебе нужно было это есть. Я ж тебя не заставляла, Дашенька, давай скушай. Пошли за тем платком вернемся, очень мне понравился. Хоть что-нибудь привезем оттуда, а то какие-то везти какие-то сыры и все остальное, что съест, и ничего не останется. А это хоть память будет.
платок, тем более все время на пляж ездим. А он сворачивается, он тоненький, хорошо. Я наподобие таких же хотела заказать на Алиэкспрессе. Только там дороже они стоили, но все никак не заказала. Хорошо, что здесь увидели. Мне надо паузу. А мандарин нам тоже не дают. Хочешь мандарин тебе куплю попробовать? Не хочешь? Огурец хочешь куплю? Пончики, тапочки. Куртки. Дашенька, где они были? Хорошо. Может, еще какую-нибудь сейчас расцветку выберем? Все валяется у них на этом. Даша, извини.